Всем доброе утро. Сегодня, как ни странно, я в Лазаревской. Никуда ехать мне не надо. Сегодня у нас воскресенье, 7 июня. И поэтому я вот сейчас по просьбам трудящихся совершу небольшой рейд. Ну и поснимаю то, что вы просили. Друзья мои, еще раз к вам обращаюсь. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы я что-то посмотрел, пишите не в тексте. Не во время прямого эфира мне рассказывайте и просите, а, пожалуйста, напишите в сообществе там, где солнышко. Так я точно не забуду. Да, есть там некоторые просьбы, которые я не могу осуществить в ближайшем будущем. Меня просят в Ардане заехать по молодежной покататься. Ну, теоретически, да, я, конечно, проезжаю там, но после процедур и до процедур, как бы, и туда летим, и обратно летим. Поэтому я непременно съезжу, но несколько попозже. Это ваша просьба там остается в сообществе, я ее никуда не удаляю. Ну а все остальные просьбы пишите, пишите только там, где солнышко, дабы я не забыл. Вот сейчас я еду смотреть гаражи, в сообществе мне, кстати, так и не написали, хотя я попросил в ходе вчерашнего прямого эфира, пожалуйста, напишите в сообществе. Не пишите, а потом обижаетесь, почему я не посмотрел. Да потому, наверное, не посмотрел, потому что в сообществе это не было. Хотя сейчас у меня и времени, если честно, не очень много. Вот сейчас есть денек, поэтому я покатаюсь по Лазаревской и покажу. Встал с утра пораньше. Вообще сначала, конечно, встал в 5 утра, но потом понял, что надо мне, наверное, все-таки выспаться. Короче, повалялся еще. Вот сейчас 7 часов еду смотреть гаражи. Потом еще поеду на море купаться. Вот. Зеленый, поехали. Проедем с вами по улице Павлова. Давненько я там не катался. Не помню уже. Да я, в принципе, по Лазаревской давненько вообще не катался. Ох, красиво, когда солнце правильно светит, вообще красиво. Автобусы на автобусе. Людей на улицах еще нет, еще, наверное, все спят. Сейчас попозже. Все пойдут на пляж, 100%. Ой, что-то ямочку забыл. А на пляже 100% будут ждать. Точнее, на пляже-то можно ходить теперь же, знаете, уже все нормально. Многие пишут, что пляжи открылись, ну... Да, как бы с этой точки зрения, да, пляжи открылись. То есть на пляж приходить можно, прогуляться по пляжу можно, полежать, даже позагорать можно, а вот купаться нельзя. В связи с тем, что купаться нельзя, я не считаю все-таки, что пляжи открыты. Пляж — это место для купания. Хотя, кому как, кто-то просто позагорать приходит. С утра небольшой ветерок такой есть. Старшина Полищук на мотоцикле. Так, мы прибываем к переулку Павлова. Сейчас я подниму туда повыше к школе. Поедем смотреть эти гаражи, хотя я их уже показывал. Я так понял, что про вот эти, кстати, гаражи шла речь. Я просил, что поподробнее укажите, но опять же, никто меня не слышит. Поэтому показываю то, что я понял. Ну, на самом деле, гаражи действительно выдающиеся. В плане того, что они... Это не гаражи, это я не знаю, что это.
платная парковка. Я видел их с внешней стороны. Там они двухэтажные, скромненькие такие домики. Но когда я поднялся наверх и понял, что это совсем не так, я офигел. Вот тут бы где-нибудь еще встать бы. Перед этой машинкой и припаркуюсь. Это заезд в школу. Но я так думаю, что школы у нас сейчас закрыты. Ладно, друзья мои, увидимся через секундочку. Итак, гаражи уровня Бог. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть этажей гаражек. Вот это раз, ну, пять этажей прям рядышком. Точнее, не пять этажей. Пять гаражей рядышком. И они сформировались в один такой большой-большой дом. Обратите внимание, трубы идут прям с самого низа, внизу котельные. Все имеется, газ, все нормально, все по-взрослому. Но мы с вами поднимемся наверх по ступенечкам. Такие гаражики в лесу. Ступенечки сделаны добротно, с перилками. Вот кое-где бы такие на пляже делать. Вообще мне нравится, вот если честно, такие гаражики. Прикольно, люди сделали, молодцы. Видите, виноградик. Ну просто здесь в прямом смысле этого слова живут люди. И собачки. Вот, кокеры спаниели. Какие-то черные. Я бы здесь, конечно, бы сделал побольше брусчатки. Вот киви, кстати, растет, видите? Пойдем, друг. И побольше цветочков. И все. И ничего здесь менять не надо. Здесь и так прикольно и красиво. Видите? С той стороны получается 6, а тут 3 этажика. Вот тут машинку можно загнать на уровне 3-4 этажа. Прикольненько. Молодцы, только цветочки, да. Вот видите, есть идея с киви. Мне нравится. Ладно, пойдемте дальше. Тут люди живут, в прямом смысле этого слова, видите, белье сушится. А вот этот подъемчик мне напоминал тот город, о котором я все время говорю, Ротенбург на Таубере. Там тоже есть такая развилочка. Подождите, я отвлекусь. Смотрите, сколько шелковицы нападало. Черная, спелая, но мелкая. Вот эта развилочка. Вот, в Германии такая тоже есть красивая. Правда, с левой стороны там башенка, справа спуск красивым домиком. Ну, пойдем сюда. Опять же, видите, с этой стороны гаражики такие. Вот, молодцы, красиво. Ничего такого. Досточки, вход, двери хорошие. И цветочки. Здорово же смотрится. С этой стороны тоже двухэтажные гаражики, двух-трех, а с обратной еще там внизу. Вниз есть гаражики. Поэтому прикольненько. В принципе, это какой-то такой маленький городок получается. А туда я, помните, ходил. Там детская площадка. Ладно. Видите, такая маленькая. Тут матрасики. Всех с праздником.
А Ксеньке, видите, день рождения. Будет шоу, фокусы и так далее на площадке в 19 часов. Вот это называется дружный коллектив. Шоу уже прошло, но шоу было у других взрослых, наверное. Хоть маленькая площадочка, она есть. Хотя немножко пугает это соседство. Хотя, обратите внимание, закрыли. Не все, конечно, закрыли. Здесь вот закрыли, чтобы дети не лазили. А вот там вот есть еще проходик. То есть какие-нибудь дядьки, типа бомж, ну убрали. Я так думаю, со временем приспособят. И это к чему-нибудь хорошему. Можно сделать детские домики прикольные, игрушечные такие, чтобы в дождь дети играли. Но вообще сама мысль не нравится. Вот это что-то ж не поленился, прорубил. Здесь такую калиточку. Молодцы. Вот пальмочки. Много машин. Но здесь в прямом смысле, как поняли, в этих гаражах просто живут люди. Да и дорога тут порой, видите, намного лучше, чем кое-где в центре. Виноград, алыча. Тут где-то сидит он, председатель на втором этаже, видимо. Зелень. Вот сейчас по ходу света снимать, конечно, прикольнее гораздо. Вот целый район. Целый район, блин. Тут даже диванчик есть, вот, пожалуйста. Вкусно пахнут. Вот эти вот фикусы. Ну и, кстати, если тут подниматься, то можно куда-нибудь прийти туда, в сторону казачьего хутора, насколько я понял. Вот вам. Нумерация, возможно, тоже странная, видите, 47-й, 207-й. Но тут вам подскажут. Ну там где-то, видимо, выход налево. На дорогу, я имею в виду. Вот такие, друзья мои, гаражики. Прикольные, красивые, интересные. Думаю, люди, которые здесь живут, это такой определенный коллектив, сплоченный, скажем так. Так как их не улица, их дети тут гуляют прямо на улицах. Видели, как день рождения отмечают? Прямо объявление. У парня день рождения, всех ждем. Приходите. А вот вид на горы красивенький. И, кстати, вон, пожалуйста, срочно куплю гараж. Куплю, не продам. Наличка, рассмотрю все варианты. Многие хотят купить гараж. Но это не гараж, это в прямом смысле полноценный дом. Тут можно жить. А может даже и сдавать. Кто-то сдает наверняка. Машины, видите, стоят все-таки на улице. Выселили машины. Машины на улице, а вот люди живут прямо вот на первых, на вторых, да и на третьих этажах тоже. И кондиционеры, видите, и все. Все тут есть. А вот эта вот труба и котельная, это, насколько я понимаю, не функционирует. На этом месте можно было бы сделать что-нибудь такое хорошее. Приятное. Вот, умный пес смотрит на меня голубыми глазами. Красивый. А накормить-то, как всегда, нечем, блин. Вот, по идее, эту землю
трубу эту убрать, да, построить что-нибудь хорошее, интересное. Ну, такая получилась прогулочка по гаражам. Там уже выход будет туда, к пансионату Ташир. Ну, мы туда уже не пойдем. Ну, кстати, повторюсь, именно вот здесь я ходил весной, снимал с этой улочки уже. Жалко, что вы не смотрите. Все, всем пока. Время заканчивается, уже не буду новых 10 минут открывать. Всем пока, друзья мои.